как потеплело, воспитанники клуба «Ярополк» добавились в купель. Их стало много. Зимой бы так ездили. Ну, хотя некоторые ездят, на самом деле. И бывает даже больше, чем сейчас. Как здесь хорошо. Друзья, всем привет. 23 апреля. Клуб «Ярополк» не изменяет своим традициям. В очередной раз приехал в купель. Все наши закаливания мы посвящаем каким-то праздникам. 23 апреля в России и в мире отмечаются порядка там, 10 праздников. Один из них – это Всемирный день свиданий под луной. Есть такой праздник. Всемирный день лабораторий. Но наше закаливание мы сегодня посвятим Всемирному дню книг и авторскому праву. Ой, прям как стоит он, а? Прям замер. Читайте больше книг, не будьте ленивыми и развивайтесь. Слава России! Самое главное в жизни – это развиваться и читать книжки, чтобы всегда быть умным, потому что книги – это, ну, главное в жизни. Слава России! Главное в жизни – это, наверное, все-таки любовь человека. Читать побольше книг, не лениться. Слава России! Читайте книги, не воруйте их у других! Чего делать? Ой. Поздравляю всех поэтов и писателей с Днем книг. Желаю им вдохновения и больше сил, чтобы писать хорошие книги. Головой! Читайте больше книг, развивайтесь. Развивайте свой ум и будьте здоровы. Слава России! Что, как самочувствие? Отлично. Отлично. На Расщупкино, да? Как классно, да, летом купаться, да? А не зимой.